проект был анонсирован в марте 2019 года. Тогда стало известно, что Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса в фильме по сценарию Зака Бейлина. Затем студия Warner Bros. Приобрела права на производство фильма. Проект был анонсирован в марте 2019 года. Тогда стало известно, что Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса в фильме по сценарию Зака Бейлина. Затем студия Warner Bros. Приобрела права на производство фильма. Проект был анонсирован в марте 2019 года. Тогда стало известно, что Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса в фильме по сценарию Зака Бейлина. Затем студия Warner Bros. Приобрела права на производство фильма. Проект был анонсирован в марте 2019 года. Тогда стало известно, что Уилл Смит сыграет Ричарда Уильямса в фильме по сценарию Зака Бейлина. Затем студия Warner Bros. Приобрела права на производство фильма.